Всем привет! Сегодня готовил ужин. Уже приготовил. Пойдемте-ка посмотрим. Так, а вот наша кухня. Готовлю я тут. Надо, конечно, помыть. Не один я готовлю. Тут обедаю, завтракаю. Ужинаю у себя. Сегодня приготовил гречку с котлетами. Котлеты сам готовил. Первый раз куриный фарш, хлеб черный и лук. Нормально пойдет. Что-то вроде еще надо. Ну так вот, пожарил. Сейчас закроем. Будет завтрак. А это вот ужин. Пойдемте в комнату. Ну вот, друзья мои, в комнате. Тут я ужинаю. Так. Скорость покажу. Это мой уголок. Прикроватный столик. Офигенный телевизор. Вот тут ничего интересного. У нас тема ужина. Вот он. Котлетка. Я уверен, что вы лучше знаете, как их готовить. Блин, вот уже нагадил. Но не суть. Сейчас вытрем. Так что, может, кто в комментариях подскажет. У меня что было, то и сделал. Хлеб, лук и куриный фарш, который я не знаю, как было использовать. Первый раз решил котлетки сделать. Огурчики, да, видео не для детей. Стаканчик пива не помешал еще никому. Конечно, может и поздно, но я как закончил работать, так и начал. Ладно, обо мне. Вам приятного сна, приятного ужина, хорошего завтрашнего дня. До новых встреч. И подписывайтесь. Этим вы вообще меня мотивируете. Комментируйте видео, можете осуждать, подсказывать. Может, чем-то как-то помочь словом. Так что, ребят, до новых встреч. И всем пока.